Всем привет! Вы на канале Полина Твин. И сегодня я покажу вам третью заключительную часть про мою поездку в лагерь. Если вы не понимаете, о чем идет речь, то посмотрите два моих предыдущих видео. Ссылочку на них я оставлю в описании. За 7 дней у нас произошло столько всего интересного, что я, конечно же, не смогу вам все это показать. Я вам покажу расписание на 2 дня, и вы все поймете. Вот они. Как вы видите, у нас очень много всего. Там очень весело. А сегодня я немножечко расскажу вам о занятиях с носителями английского языка, а также покажу кусочек с игр «Гонки героев» и «Зомби-апокалипсис». Сейчас мы занимаемся с носителем английского языка Джонсом. У нас каждый день были разные преподаватели. У каждого произношения разные. Например, с одним мы учились скороговорки, а с другим делали какие-нибудь задания на листочках. Занятия у нас проходили с 9:45 до 12:00 дня. Эти занятия помогают говорить свободно и не делать каких-либо ошибок. А также они кардинально отличаются от школьных, так как они проходят в дружеской обстановке. Я приехала в лагерь Лингвомания в 2017 году зимой. Я в этом лагере первый раз. И у нас это уже третий день. Сегодня вечером будут гонки героев. Есть такое для взрослых, гонки героев. Там все бегают в грязи, там всякие здания вверх-вниз, ползать надо. Но у нас такое будет только для детей. Я не знаю, что там будет, но надеюсь, что вам понравится, и нам тоже всем понравится. Так что увидим. Вообще в другом месте. Так, рядом с нашим. Рядом с нашим зданием. Так, мы идем обратно и вот да, так. Рядом с нашим зданием, короче. То есть мы бежим вперед, вперед и... Вот так оба. Итак, включай секундомер и начинаем! Начинаем! Сейчас у нас будет такое вот задание из гонки героев. Мы должны будем трех наших друзей перетащить на трех тюбинков до фонаря и обратно. И вот что у нас получилось. Мы очень много бегали, и вся эта битва занимала, гонка, вернее, занимала 40 минут. Мы очень устали, сейчас идем ужинать. Кстати, зомби-апокалипсис есть полная версия. Ссылочку я оставлю в описании. Это будет группа Лингвомания в ВКонтакте. Обязательно посмотрите. Очень прикольно. Сейчас у нас был аукцион. Я думала, что на нем нереально что-то купить, но вот эти вот денежки. Но я все-таки смогла купить сухарики с беконом. О, смотрите. Эй, супер надувайся.
Я люблю завтрак. Берем интервью. Интервью. Здравствуйте. Здравствуйте, это Милина, самый лучший в лингвомании надувальщик пузырей и жвачки. Да. Что ты купила, покажи. Тоже сухарики, только с другим вкусом. А я деньги купила. Фу, нам сказали посчитать, сколько денег всего у нашего отряда. Не знаю, у меня 3000 осталось. 3500, что, где еще? Доброе утро! Мы сейчас идем на завтрак, и на улице -33. У меня волосы белые. Очень классно, но очень холодно. Единственное, что мне не понравилось в этом лагере, это то, что время пролетело очень быстро. Мы расстались с моими друзьями. Хочу передать привет всему моему третьему отряду, а также вожатому Евгению Викторовне и вожатому Алексею Юрьевичу. Особенно девчонкам Маше, Ренате, Милине и Ксюше. Всем приветик! Я по вам очень скучаю. Кстати, очень многие хотели увидеть аквапарк, но в первый раз я его не взяла, вернее камеру, не взяла, потому что я боялась сравнить камеру в воду, я еще не знала, как там что. А во второй раз он должен был быть перед отъездом, я не взяла. Вообще не была в аквапарке, потому что от мороза -36 градусов прорвало трубу. В общем, я не смогла вам показать аквапарк, но хочу сказать, он очень большой, вода теплая, там даже есть джакузи, есть фонтанчик, есть речечка такая. Прям по течению, просто по течению путь невозможно просто. Ляжешь и плывешь вперед, и все. А также там есть две огромные горки, красная и желтая. Там катишься, девчонки рассказывали долго-долго, я боялась, если честно, прокатиться. Там прям большие очереди. Очень нравится, видимо, ребятам кататься на этих горках. Вот такой вот аквапарк. А также там есть сауна. Вот. Это не последнее видео про лингвоманию. Будет еще одно видео, где я брала интервью у вожатых, у психолога, у носителя английского языка, а также у некоторых лингво-ребят из разных отрядов. Я не знаю, когда будет это видео, но я обязательно расскажу вам об этом дополнительно. Ну что ж, а на этом все. Надеюсь, что вам понравилась моя поездка в лингвоманию. А если вы хотите со мной увидеться, то давайте все вместе поедем туда летом. Ссылочку на лагерь лингвомании я оставлю в описании. Покажите ее своим родителям. До новых встреч! Пока-пока!